Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми, художниками, творческими людьми. Ребекка Соломон, английская художница, родилась в ортодоксальной еврейской семье. Отцом был Майер Соломон, крупный торговец шляпами, матерью Катрин Леви. Ребекка была одной из 8 детей, 2 ее брата Абрахам Соломон и Симеон Соломон также были художниками. В семье было еще 5 детей: Аарон, Бетси, Исаак, Элен и Сильвестр. Ребекка училась рисовать у своего старшего брата, жанрового живописца, позднее поступила в школу рисунка Спитлфилда. Я цитирую Википедию. Одно время она была ученицей в мастерской художника прерафаэлита Джона Милли. Ребекка также была хорошо знакома с Эдвардом Бен Джонсом. Даже позировала ему для ряда картин. В 1852 художница дебютировала на выставке Королевской академии, где впоследствии экспонировала свои работы вплоть до 1869 года. Также выставлялась в галерее Дадли и французской галерее Гамбара. Художница писала главным образом портреты, а также жанровые и исторические полотна, нередко на христианскую тематику. Ее картины представляют собой типичные, в том числе и для прерафаэлитов, жанровые ситуации, содержащие в себе мораль. Художественный стиль был типичным для популярной живописи XIX века того времени и подпадал под категорию жанровой живописи. Она использовала свои визуальные образы для критики этнических, гендерных, классовых предрассудков викторианской Англии. Погибла под колесами экипажа, когда переходила улицу. В течение 10-15 лет ее работы исследовали тяжелое положение женщин и меньшинств, а также господство классовой дискриминации в английском обществе. Она считается одной из первых женщин еврейского происхождения, сделавших выдающую карьеру художника в Великобритании. Вкратце немножко о Ребекке Соломон, английской художнице, которая была близка к прерафаэлитам. Все, пока-пока, до свидания, всего хорошего.